Всем привет, друзья! Ну что ж, вот и наступает это время, суперкубок, финал, точнее, суперкубка Италии. Четыре команды были, такой же формат, как и суперкубка Испании. В общем, финал Наполи против Интера 22 числа в 22:00. Ну и как вы думаете, кто поднимет суперкубок? Наполи или Интер? Хвича Кварцхелли или Генри Мхитарян? Так его вы пишите свои мысли, друзья, в комментариях. На Наполи дают 4,72, на Интер дают 1,79. Последний матч в чемпионате Наполи, полуфинале Кубка, Суперкубка, Наполи обыграли Ферентину 3-0, и с таким же самым счетом Интер в полуфинале обыграл Лацио 3-0. Что касается внутреннего чемпионата, Интер идет на первом месте, Наполи на восьмом месте, это, конечно же, может не настораживать болельщиков неаполитанцев. В 23-м году команды трижды играли между собой. 3-0 победа Интера была, 3-1 победа Наполи и 1-0 победа Интера. Вот такие счета были в 23-м году. Ну и сейчас, конечно же, кстати, матч будет проходить в Эр-Риаде. В общем, будут радовать болельщиков. А мысли у меня, друзья, следующие. Первое, то, что будет забит гол в обоих таймах за 1.77. Второе, тотал больше 2.5 за 1.89. Свои мысли пишите в комментариях. Всего доброго, пока.